Как-то так. Крышечка. Крышка. Получилось. Прогнила, отсырела вот та укосина. Я вторую прикрутил. Оторвал, а то вот эту-то. Оторвал. А что, может на самом деле сделать три трубы? Здесь труба, здесь и здесь. Ну и ну будет, да? Змей Горыныч. Три трубы. Лаки, тепло тебе на сене, да? О, Нюша, Нюша, привет. О, красивая вкусная еда. О, еще вкусная еда. Щеглов Олег Анатольевич и аноним. Это называется с самого утришка. С самого утришка восход.
готово. Почему бедная собачка Лаки лежит на снегу? Почему я не сделаю ей будку? Вот, я Нюше сделал будку. А Лаки не делаю будку почему-то. Да, Нюша, у тебя будка есть. Тебе там тепло. Почему? Так я же уже говорил. Лаки лежит там, где хочет. Ходит там, где хочет. Вот, у Лаки есть будка. Хорошая, утепленная. Но она там не будет сидеть. Если только на цепь не посадить. Но на цепи она не сидит. Так что будка у нее есть. Что, Нюша? Что случилось? Угу. Зима, лепота. Ну, зиму тоже надо, чё? Как без зимы-то? Полетели! Говорите, бедный ребенок, сделай уже нормальную горку. Такие горки, которые я делаю своему ребенку, я сомневаюсь, что вы будете делать такие горки.
Вот закончу строить печку и, надеюсь, сделаю нормальную горку. Если, конечно, время будет уже и весь снег не растает. Все, крышка готова. Поздняк метаться. Сделай арку, да сделай арку. Вы что думаете, я первый раз такую печку делаю? Сомневаетесь в моей печке? Ничего в ней не сваришь, это все туфта, развалится.
Ну что, топится? Растопиляем. Сейчас печку прогреем. Почти нормально. Подождем часа полтора. Водичка, сколько соку.
Готово. А картошка-то какая вкусная. Дугой, дугой. О, 1,5 часа и готово. Нежнейшее блюдо. Вот печка. За 2 дня готова вот эта печка. Очень быстро делается печка. Ну что, на этом все новости. Пишите в комментариях 1 или 2 слова. Подписывайтесь на канал, если хотите. Всем добра, всем пока. До свидания. О, картошка еще поджарилась.